Добрый день, уважаемые господа. Ну, наконец-то 2023 год. Московский монетный двор. Ну, версия предварительная, пока что разновидностей никаких не найдено. Вот, по аверсу все достаточно прискорбно. В том смысле, что вот 23, 22, 21 они и по размеру, и по месту расположения монетного двора все очень похожи. Никаких новшеств. Ну, по реверсу еще что-то можно появляется. Ну, пока все банально. Вот 10 рублей, 23-й год. Ну, вот мешок просмотрел, две штучки было. Вот, по реверсу банальные 2,52. Ну, мало ли, может, еще что-то нарисуется. 2 рубля массово. Тоже все банально. Вот. Реверс 4,3. Ну, может быть, найдем в этом году 4,25, как в 22-21. Дальше у нас, я так расположил, рубль. Опять же, этот дурацкий уменьшенный штемпель 3,25. Будем надеяться, что нарисуется 3,42. А там, глядишь, и 3,3 нарисуется. Но это все пока теория. И вот сейчас у нас 15 июня. Ноу-хау. Правда, мешок у меня с позавчера. 5 рублей. 23-го года. Вот у Исканде пока его немае. Ну, по реверсу банальный, опять же. Опять же, банальный 5,42. Ну, может, 5,3 и 5,41 нарисуется. Пока все достаточно. Ну, в общем, полный набор. Рубль 2, 5 и 10. В 2023 году вышли. Будем радоваться. Будем радоваться. Все, спасибо за внимание.